поздравляю всех вас с днем рождения рок-н-ролла. Это то событие, которое нас действительно всех объединяет. От полетов в космос и до всякого рода поминок. Но самое главное то, что мы, конечно, сегодня здесь вместе. И что пришли почти все из тех, которые были осенью прошлого года. Поскольку день рождения рок-н-ролла – это то, что должно быть подтверждено вслед за Биллом Хейли, постараюсь вспомнить то, что действительно было между Мордовией и Уралом. Чуть-чуть погромче, можно? Еще чуть-чуть. Значит, не жалей мощность. О! Это уже горячей. Итак, этапный рок. Он был действительно написан на этапе между Мордовией и Уралом. Чёрный жизни пласт. Кому, 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 кому. Отдашь, отдашь, отдашь ты столько лет. Позаберник запрятанный в тюрьме. Кому, 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 кому. Отдашь, отдашь, отдашь ты столько лет. Запрятанные в тюрьму. Вагоны, зоны, 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 мед. Откройте тюрьм колес, без проблемностей. И легкий язык угрозы, нет других путей. Сквозь зло, сквозь зло, сквозь зло и бред, и боль. Пойди, пройди, пройди собой самим. Этапный рок, этапный